Brothers and sisters, I welcome you all. We're about to begin the reading of the Hours in the Divine Liturgy of St. John Chrysostom. Of course, where we find ourselves in a period known as the Full Feast of the Nativity of Christ, the Christmas Eve period. So we're serving today the Liturgy of St. John Chrysostom. It also is a commemoration of the Holy Nun-Martyr Eugenia of Rome and those who were martyred with her, including her father Philip. So that's the commemoration. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителя души истинной, железесы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди, вселись угны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажа душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и в веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцеление меши наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и в веки веков. Аминь. Отче наш, ежи и на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и в веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, в уме моленье моему, внуши молитву мою, небо сна крестилы. От лица Твоего седьба моя, изыди от очи мои, да видит о правоты. Искусись и сердце мое, посетись и ночью, искуси меня и не упрятися во мне неправда. Я, когда не возглаголят уста моя дел человеческих, заслави са устен Твоих, осохни пути жестоки. Соверши стопы моя, востезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, як услыши меня, си Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасая уповающий на Тя от противящейся тесницы Твоей. Сохрани меня, Господи, як зеницу ока в крови крыл Твое покрищи меня, от лица нечистиков страшных меня. Врази мою душу мою, одержаша тук свой, затвориша уста и глаголыша гордыню. Изгоняющий меня ныне, обидовавший меня очи из свои, возложи же, уклоните на землю. Объящий меня, яко лев готов на лов, и яко скимен обитаю в тайных. Воскресни, Господи, предвори я, и запни им, избави душу мою от нечестивого оружия Твое, от враг руки Твои. Господи, от малых, от земли, раздели в животе их, и сокровенных Твоих, исполнишь от чрева их, насытишься со сыновей, оставишься останки младенца своим. Аз же правдою явлюсь лицу Твоему, насыщуся всегда и видимся славе Твоей. Тебе, Господи, возыгов душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не посижуся вовек ниже, да посмеюся врази мои, ибо все терпящие Тя не посидятся, да посидятся беззаконнищего че. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи меня, настави меня на истину Твою и научи меня, яко Ты, си Бог, спас мой, Тебе терпеть весь день.
Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, я подвека суть. Грех юности моя и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни Ты ради благости Твоей, Господи. Благи прав Господь Сего ради законоположить согрешающего на пути. Наставит кротко на судно, учит кротко путем Твоим. Все пути Господне милости, истина, взыскаешь на завет Его и сведение Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой много есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Божией с боли. Душа Его во благих водворится, и семьи Его наследит землю. Держава Господь, боявшийся Его, и завет Его явит им. Отче мой, выноку Господу, яко Твой стогнет от сети нози мои. Призри на мя, помилуй мя, яко единород нищесима. Скорби сердца моего умножившися, от нужд мих изведи мя. Вещь смирение мое, труд мое, и оставися грехи моя. Вещь враги моя, яко умножившися, и ненавидением неправильно возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не посижусь и яко повахнуть я. Не злоби ви прави прилепляху семье, яко потерпите, Господи, избави Божий Израиль от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей, по множеству щедро Твоего, очисти беззаконие мое, наипаче мыми от беззакония моего и от греха моего, очисти меня, яко беззаконие мое, знаю грех мой предо мной есть вину. Тебе единому согрешив и лукавый пред Тобой сотворив, я когда предтишься во славе всех Твоих и победишь их нигда судить идти. Все Бог беззаконник зачат есть ими во грехе вроде имя мать моя. Все Бог истину возлюбил и себе известная и тайная премудрости Твоей явил Месси. О, крепище мя и сок мне очишуйся, умыши мя и паче снегу глюся. Слуху моему дать и радость и веселье возрадуйся кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто, созвичай во мне, Божий Дух, правду в его утробе моей. Не отвечь мне от лица Твоего, Духа Твоего святого, не отми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконие путем Твоим, нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от кривей Божия, Божие, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отверзище, и уста моя восвятят хвалу Твою. Я каще бы восхитивши жертвы, дабы губы с изожжения не благовлечи. Жертва Богу дух сокрущен, сердце сокрущен и смирен, и Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим сиона, да созиждаться стены и резлипские. Тогда благовлечи жертвы правды и возношения, все сожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и в век веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Написав вашися иногда со старцем и особом, яко от семьи Давидова, Вифлееме Мария, чрево носящее семенное рождение, на стаже время Рождества, и место не едино жебе обиталищу, но якже красная палата, вертеп царице показавшися, Христос рождается прежде паче воскресите образ. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Богородица, Ты си лоза истинная, возрастишь нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычице, со святыми апостолами помиловать души наша. Господь Бог, благословен, благословен Господь день дни, поспеши к нам, Бог, спасение наше, Бог наш, Бог, спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети истинно немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веков, аминь. Отче наш, еже истина на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе на земле.
Хлеб наш насущный дашь нам донеси, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должников нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Дева днес привешенное слово, вертепе грядет родите неизреченного, ликуя вселенная, услышавши, прославися ангелы и пастырьми, отящего явитесь от рача младо, привечного Бога. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемые славами Христе Боже, многотерпеливе, многомилостивее, много благоутробнее, и же праведное, любя и грешное, милое, и же взял за веку спасение, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими нашу часть всей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душу нашу освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да упочению их соблюдаемый, и наставляемый достигнем соединения веры, и в разум неприступные Твоей славы, яко благословенися во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшая, сущую Богородицу Тя величаем. Именем Господним благослови, Отче. Аминь. Владыка Божий, Отче, Вседержителю, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе и Святой Души, едино Божество, едина сила, помилуй меня грешного и имиши весь судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благослови неси во веки веков. Аминь. Thank you.
владыко. Благословен Царство, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Господу помолимся. Вечный мир и спасение душ наших, Господу помолимся. О мире всего мира, благословенный святых Божьих церквей, соединений всех, Господу помолимся. Святым храме всем и с верою, благоговением и страхом Божьим, входящих он, Господу помолимся. О великом Господине, Отце нашим, святейшим патриархе всей Кирилле, и о Господине нашим высокопреосвященнейшим митрополите Николае, первой иерархии Русской Зарубежной Церкви, и о Господине нашим преосвященнейшим епископе Георгии, через мед, призвите своего Христе и дьякон свет, о всем крещи Юдия, Господу помолимся. О стране Севера, всех его испия, и всех верою и благочестием его щепанье, Господу помолимся. Храними стране осистей, о православных людях и я, отчете спира, сын и сущих, и о спасении их, Господу помолимся. Господи, мой Бог, о, есть избавите люди своя брат видимых и невидимых, в наши отвердите и умыслие, брату любви, дару честие, Господу помолимся. О граде всем, всяком граде и стране, и верою живущих в них, Господу помолимся. О благу растворений воздухов, о земли и плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. Плавающих, путешествующих, недугующих, страстующих, племенных и о спасении их, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, избавитесь нам от всякой скорби, гнева и нужды, и Господу помолимся. Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу Богородицу и пресную Деву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь вот наш Христу Богу предадим. Thank you.
Sami si Pietro druga I pješi od naš Hristu Bogu predati. Oh,
Of you.
Крестителя, святого апостола Евангелиста Луки. Бог молитвы, святого славного и всех поняла апостола Евангелиста Луки, когда сверла Бог благовествующему силой и новым, по исполнению Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа Бога спас нашего Иисуса Христа. Аминь. И мудрость и власть и услышанность святого Евангелия, мир всем. Евангелия чтение. Господи, Господи, Боже, Боднего них и взяли повеление от кесаря Августа написать из всю вселенную. Сие написание первое есть глядящую Сирию Киринию, и дьяко си написатися, кождого свой град, зиде же Иосиф от Галилеи, из града Назарета во Юдею, во град Давидов, еже нарицаеся Вифлеем, за не быть ему от дому и отечества Давидова, написатися с Мариею, обрученную ему женою, сущею непраздную, бывше егда, бывше тамо, исполнишася дни родитие, и роди сына своего первенца, и побить его, и положи его в яслях, за не небе и места обители. И пастирье бекове твое жде стране, бдяще же, бдяще и стрегуще стражу ночную по стаде своем. И се ангел Господень ставаник, и слава Господня осяек, и убоящася страхом велием. И рече им ангел, не бойтеся, Себо благовествую вам радость велию, я же будет всем людям, яко родися вам днес спас, еже есть Христос Господь во граде Давидовье. И се вам знамение, обращите младенца повита, лежаща в яснях и вниз. И внезапно весу ангелом множество войн небесных, хвалящих Бога и глаголющих, слава вывышних Богу и на земле мир, по человеке благоволение. И без яко от идоша от них на небо ангели, и человеке пастирье веша друг ко другу, придем до Вифлеема, и видим глагол се бивший, Его же Господь сказал нам, и придоша поспешися, добре тоша Мариам же и Иосифа, и младенца лежаща во яслях, видевши же сказаша о глаголе, глаголаном им о отрочати сем, и все слышавши и дивишася о глаголяних от пастирье к ним. Марьям же соблюдавшися глаголися, слагающий в сердце своем, и возвратившися пастирье, славляще и хвалящие Бога во всех, я же слышаша и видиша, яко же глаголано бесть, The reading is from the Holy Gospel according to Saint Luke. And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This census took place first while Quirinius was governing Syria. So all went to be registered, everyone to his own city. Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem,
because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child. So it was that while they were there, the days were completed for her to be delivered, and she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Now there were in that same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Saviour, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. And so it was when the angels had gone away from them into heaven that the shepherds said to one another, Let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us. And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. Now when they had seen him, they made widely known the saying which was told them concerning this child. And all those who heard it marveled at those things which were told them by the shepherds. But Mary kept all these things and pondered them in her heart. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told them. Pravoslavník, i blagočestivý cariek, i blagobděný cariec,
и создателем святого храма сего, и во всех предпочивших от всех и братьев, где лежащих и повсюду православных. For mercy, life, peace, health, salvation, visitation, forgiveness, and Godspeed in all things for the servants of God, the newly illumined John, and his sponsor Matthew. Вражу души к Иесу, мы гением в сердце, сокрушенным тебе преподаем, истинящим объектим, истинги болезни, угачуй страшный дух, Души к Иесу, рабов Твоих, Иерея Марка, Иерея Евгения, Иеро Монаха Босия, Иллумини Марии, Монахини Ларии, Ксении, Ксении Татьяне, Надежде, Отрока Соломона, Людмилы, Адриана, Отрока Луки, Наталии, Ольги, Николая, Михаила, Симеона, Анни, Наталии, Константина, Зои, Кирилла, Марини, Парскеви, Анни, Екатерини, Гавриила, Галини, Алексея, Николая, Милорада, Константина, Феодора, и Младенца, и Лидии, и прости меня по благу сердца, прегрешения, волная, неволная, и скоро возбивни во то, драболезни, молим Тебя, услыши и помилуй. Благодарящие со страхом и трепетом, яко раби непотребны, Твоему благу утробью, спаси подвигу наш Господи, от Твоих благоди яньих, яди изъялись и изобильно на рабьях Твоих, и предпадаем и славу, и славословие Тебе, яго Богу приносим, и умиленно вопьем, избави от всех бед, раби Твоя, и всегда, яко милостив, исполни во благих желаний всех нас, Прилежно молим Тебя, услыши и помилуй. Но еже милостивим оком призрети на люди земли украинские и сотворите ее непреоборимо от распри проявших, молим Тебя, милосердный Господи, услыши и помилуй. Молимся о плодовосящих и добродеющих, посвятившихся честнее в праве всех, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великия и богатия милости. Ваша Господи, не приходите.
Inizio alla genesi di pie, alla genesi di pie, inizio alla genesi di pie, dal tutto alla genesi, genesi pieni, a chi parli di un gospodo come inizia. Sopranas voi, i tuoi ho guardati io. Thank you.
svetitego gospodina i oca našeg Kirila, svetešego patrijarha Moskovskega i Sijarusi, i gospodine našeg visokoprijašišenješeg Nikolaja, mitropolita bostočno-amerikanskega i njujorskega, tevo jerarha Rusija zrobežnije cijepje, gospodine našeg prijašišenješeg Giodija, episkopa Sidnijskega, Australijskega, Novozilandskega, da pomjenjet Gospod Bog Otca svoj i svojem, sve daj nini i prismo i v objeki vjekov. Boga hrani moju stranu Российскую и вся православная Иудея, по Отечестве России несущих страну сию власти и воинстве я, и всех веры благочестием живущих в ней, да помянет Господь Бог в Царстве Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Священство монашества и всех гонимых и стражащих за веру православную, создателей и благоукрасителей и жертвователей, братья и сестры чистых титров, поющихся дара храма сего, вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог в Царстве Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Ospijemo, 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 ospijemo
Отце Твое возношение на мире приносите. Всеми вами. И с тобой.
и Господина нашего Высокопресвященничьего Митрополита Николая, первого иерархового Суперветной Церкви, и Господина нашего Пресвященничьего Епископа Георгия, и Чедары Святых Твоим Церквам, мире целых, честных, здравых, благоденствующих, правоправивших Слово Твоя, истины. Thank you.
Church, to the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Servant of God John, this Church, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ныне отпущающий Тебя Твоего Владыка, Твоего Бога, Твоего Сына. Еще верую, как и сия самое есть пречистое тело Твое, сия самое есть честная кровь Твоя. Молюсь бы Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же видением и неведением. И сподоби меня неосужденно, причаститесь, причистых Твоих таинств, восстановлений грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечер Твоей тайны отнеси, не Божий причастие мне прими. Небо врагом Твоим тайным, повернил в занятие на мега Юда, а и разбойники исповедуются, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суде, не в осуждении, будем не в предещении святых, Твоей тайны, Господи, мое сильное души и тела.
благослови достояние Твое. Всех воспрослави божественную Твоей силою, и не остави нас уповающих на Тя мир, мирови Твоему даруй, церквам Твоим священникам и всем людям Твоим, яко всякое даяние блага и всяк дар совершенств выше есть, сходя и от Тебя, Отца, светов, и Тебе славы, благодарение и поклонение высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Thank you.
всегда, ныне и присно и во веки веков. И преподобно мученицы Евгении, и Фисней, и всех святых помилуйте, спасет нас, как благо человека любец. Не опаздывает, что мы будем начинать ровно в 4 часа, потом 6 часов будет всеночное бдение, начиная с Великим Повечерием, освящение грибов и так далее, на самой праздник Рождества Христова. Завтра утром в 8 часов, если Бог даст, мы начнем Божественную Литургию Святого Василия Великого на самой праздник. Опять поздравляю с наступающим праздником. Dear brothers and sisters, I greet you all with the upcoming feast of the Nativity of our Lord God and Savior Jesus Christ. Our next service, of course, will be at 4 o'clock, which is the general confession. Again, I remind you, if you wish to participate in general confession, to not be late, to be on time, because we're going to start at 4 o'clock sharp. Of course, we'll close the doors at that point, so please be on time. And then at 6 p.m., God willing, we'll begin the all-night vigil service with the great compline. And the blessing of the loaves, wheat, wine, and oil for the actual feast day of the Nativity of our Lord God and Savior Jesus Christ. And tomorrow morning, God willing, at 8, we'll begin the Divine Liturgy of St. Basil the Great for the feast. Again, a ritual of the feast.